Сегодня мы поговорим о личных правах каждого человека. Как часто мы задаем вопрос: люблю ли я себя? Или это плохо любить себя? Кто такой эгоист и с чем его едят? Так вот, Биль о личных правах. Закон, постановление, как хотите. Итак, я имею право. Прежде всего, я имею право на то, чтобы иногда побыть одному. И меня никто не доставал в этот момент. Я люблю своих окружающих, но иногда я хочу от них отдохнуть. Второе. Просить о помощи и эмоциональной поддержке. Даже сильные и мужественные мужчины могут просить о помощи и эмоциональной поддержке. Потому что даже сильным мужчинам иногда бывает больно, страшно. И даже мужественные мужчины иногда устают. Следующее. Уметь говорить «нет». Никто и никогда не имеет права вас заставлять делать то, что вы не хотите или не считаете нужным делать. Вы имеете право протестовать против несправедливого отношения или критики. Никто и никогда не может говорить вам гадости, если вы этого не хотите. Вы всегда можете подойти и сказать человеку: «Я не хочу этого слушать». Вы имеете право совершать ошибки, пока не найден правильный путь. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это старая истина. Вы имеете право на свои собственные эмоции и чувства, независимо от того, понимают их окружающие или нет. Если вы хотите быть счастливыми, будьте. Но для того, чтобы быть счастливыми, вы должны иметь право или хотеть иметь право. Хотите быть счастливыми? Будьте. Это ваша жизнь, и это ваша ответственность.